Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем играть в Пеномбру, точнее пытаемся закончить. Потому что есть такое впечатление, что там осталось всего ничего. И, собственно, вот что мы тут видим. Это какое-то последнее сохранение. Тут надо было всего лишь... Эй! Эй, блин! Подожди. Так, я понял. Так, что-то надо было делать. Просто выйти и все? Да. Немножко сбил с панталыку, товарищ. Так, может быть... А, не может быть один, могут только все. Вот он. At the end, this one was more human than he would have believed. Извините, это человечество, мы слишком... Что там? Ошибочка вышла, извините, не ненавидьте нас. О. Где я? Где я? Что я? Почему я? Так, что у нас? Это какой-то сон? Это твой разум, человечишка. Если ты узнаешь себя, у тебя ничего бояться. Я на другом. But I know mankind is weak. Nonetheless, I do not underestimate you, mankind. I submit to you. However, I must, against my own desire, tempt your anger further. Mankind is not united as I am. Such a seething mass of individuals. Little wonder you all pull in different directions. All of me pulls in one direction. And for that reason alone have I vested those that disturbed me. I would test your reactions, mankind. I would test which direction you pull. And then you shall have your answers. And if need be, your revenge. Окей, значит, она, типа, вверяет меня в свои руки, потому что, ну, типа, человечество круче их, но поодиночке человеки слабые. О, комнатка. Что это за лагарда? Ага, вот. Ага. Christ, what am I thinking? Ну, вот так вот, силу Архимеда, Архимеда вышла, ну, в сторону ровно. Hey! Hey, through here! Pass me that pipe, man. I can get us out. Come on, we haven't got much time. Угу. Ну, давай, держи. Okay, stay there. I'll be back. Что-то не безопасно, да? I owe you, friend. Good luck. О, спасибо. То есть сюда не надо было прыгать, да? Окей, ладно. Это было забавно. Working together
Работай вместе. Тимворк. Спасибо, человечество. Спасибо, человечество. Ну что там дальше? Интересно, что бы было, если бы я там остался? Фигня. Хотите сказать, что здесь не надо убивать никого, то, господи, ну... Подожди, сейчас бегай, да. Я помню, что вы такие разбегающиеся. А, ну да, понятно, все понятно. Тебя убить нельзя, потому что что? Потому что ты нам не нужен. Ну давай, иди сюда. Комнатный мир. Эй! Ну что, прошел я твои испытания? Death is a necessary part of life, but not all deaths are necessary. Да, смерть необходимая часть жизни, но не все смерти необходимы. А ты сама вот целиком готова умереть? Откуда ты знаешь о смерти, если у тебя нету смертей как таковой? Так, есть ты общий разум. Что-то у нас так. Какое странное чувство. Я... Блин. Не успел прочитать, что это такое. Какой-то нажимательный свитч. Ага. Какая-то дверка. Какой-то двигательный ящик. Подъем с переворотом. Кажется, что часть меня умерла. Подожди, мне непонятно, что тут вообще происходит. Что это такое? Ага, какая-то... Что значит умерла? Что совсем? Я пока не понимаю. Типа, если бы я не... Допустим, я вот сюда поставлю. И дает смотреть. То есть вы хотите сказать, что можно было деактивировать эти ловушки? Просто вон там на раз-два.
Типа часть меня умерла, потому что я просто хотел. Так, я был здесь, не так. Я пытался убежать, все дела там. Он зажарился до смерти, и поэтому я живой. Окей. Ну, круто, чё. Так, дальше. Ну, я так понимаю, что надо было там нажать этот рычаг. Вот это забавно. My number is infinite. Through this, I see the needs of the many outweigh the life of just one. Короче, я вижу, что... сделать, а ну то есть все равно нужно сделать, да? Что за херня? Я ж отключил все, что там нужно было. Замудрили. Но я понял, что вот это нужно перетащить сюда. Открываем эту дверь. Нажимаем этот рычаг. Ёкарно бывай. То есть первый раз я даже дальше дошел. Как ни странно. Ну, допустим, я утаскиваю этот ящичек. Может, там его нужно утащить, а потом снять. Она уже умерла и умерла, ну бляха-моха, вы что, издеваетесь? А так может этот да хватит издеваться-то, блин, я рычаг не нажимал в первый раз. Турнгай, я должен думать, как Турнгай, ты чё? Короче, дверку откроем, рычаг не нажимаем.
сука. Короче, что-то непонятно. Так, ладно. Просто пойдем сюда. Ну давай, 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 да. Нет, так не сработало, блин, зараза. А, что-то вы, ребята, перемудрили, перемудрили. Может, надо по-быстрому включить, побежать туда, потому чтобы он внутри гернулось и... Капец. Как бы... Такая цепочка вероятности. Я знаю о том, что там кто-то собирается бежать только потому, что... Только потому, что... Ёб твою мать, вы заебали. Что я могу сделать? У меня всего два действия. Что вы имеете в виду под старт? Помогает, нужно думать. Собака. Это турнгайтовская, да? Я сломался, что ли, система, ее поднимает. Какая-то дурная часть тебя умерла, что-то. Может, надо убрать этот ящичек потом. Давайте, последняя попытка, и я пойду искать. Подождите, но что-то как-то странно вообще, реально. Да ничего мне не говорит, как бы. Этот мудак опять бежит сам по себе. То есть это. У вас как-то там. Это там Редвуд сам сжигает себя, эта тетка нападает и поэтому тоже сжигает, даже если. Как бы. Если она не нападала, я ее просто убил. От действия игрока это мало чем можно было сказать. Так и тут. Вот эта вот часть меня, о которой вы говорите, она точно так же. Хрен его знает, как...
Что я сделал? Я сделал что-то непонятное. Понятно. А, вот оно что. Сейчас. Мы перетащили сюда. Давай-ка еще раз. Хоба. Кубик здесь просунули туда. Че, никто не убежал? Кто-то за этой дверью и... Ну, походу, один и тот же человек. Мне с этого, я так понял, что это прохождение, охренеть. И оно типа поменяло меня местами с этим, который там стоял. Типа я пожертвовал собой, чтобы пройти. Ага, ну да. Вот то же самое. И в каком-то роде я теперь другой. Но нету особой разницы между мной и кем-то еще там. Понятно, какая-то такая херня. Забавная. О, цветы. Вот, немножко невнимательно был. Есть, мы прошли за трайл. Давай сейчас или покажу то же там, что открыли губы. Хауарду. Ну. Что за адские тайны там? Он пришел за пока человечества даже не было. И он приходил и уходил, и человечество образовало все для меня и нашло имя для меня. Демоны, духи, Тунгайд. And they, benefiting from my knowledge and protection. But mankind changed, and I fled. So much power in mankind, so many questions, and yet without the intelligence to answer them. Ага. Короче, он жил, потом такой опаньки, а я. Взаимное сосуществование. Здесь была машина, говорит, какая-то. Потом человечество поменялось. They tore open my resting place and set about destroying me, and I, with no form of defense, was forced to attack. I am not the barbarian. I am not the invader. You are. Ага, он говорит, типа, его, значит, человечество образовывало комьюнити, и его, значит, вот все это... было прекрасно и хорошо, но вы становились более опасными, значит, вы пришли тут со своими этими
и стали меня ковать со всеми этими вашими, попытались меня. You have proved this, and now I ask for your mercy. Do not allow me to be destroyed by your kin, which they would surely do. They followed the Inuit here, and you followed them. There will be more. Will you send word? Will you destroy all trace of this place, so that no mankind will ever discover me again? Will you do this for me? Ага, просит, говорит, типа, что ты делаешь, человечина? Да, я помню, картина висела, да. Расскажешь ли обо мне или что-нибудь еще? Ну чё, я даже не знаю, как бы. Всё тайное станет явным, нихер выяживаться. Мы же комьюнити, мы должны знать друг о друге. А Эд говорит, я не варвар, я хотел просто защититься, жить. Ну ты же... Ага, экзекьют. Так. А, и он типа послал какое-то что-то письмецо в конверте или что? Нет, нужно подумать, что тебе нужно подумать, я не понял. Как это? Ай, ёбарный бабай. Что происходит? Нужно выйти отсюда. Нужно реально выйти отсюда. Что-то не то сделал, и меня это порвало нахрен. Не уверен, что нужно сделать. Что нужно делать, что нужно делать-то надо. Так, календарь с прошлого года. Я не уверен, где я, что я. А, это сумасшествие. Ну, какие-то мне вообще не безвредные вирусы, да? Компьютер. Сделаешь ли ты это для меня? Она спросила, и я сказал, что я сделаю. Я обещал Улью, что я сконтактируюсь с кем-то, кому я могу верить, что я уничтожу все свидетельства этому месту, как мой отец обещал. Я, в свою очередь, не буду делать те же ошибки, что мой отец сделал, и вы теперь поймете правду этих событий, которые привели меня сюда, и невыносимую важность моих слов. Оснащенные этим знанием, у вас должна быть сила сделать, что я не смог. Торнгейт был довольно... говорил правду. Мы люди опасные.
поголовые стада, но интеллигентные индивидуалы. Члены этой фасилити думали открыть и контролировать Торнгейт, и Торкейт обратился ко мне за спасением. Улей проверил свои тесты на мне, и я что-то там, блядь, так быстро. Если мы... так, если мы удачливы тогда к тому времени... Блядь, что ж такое? Так, это где оно находится? Убейте их. Убейте их всех. Конечно, мне самому нужно будет пересматривать, понять, что они там рассказывали. Ну, короче, бесит, конечно. На клик просто сделали, типа, продолжайте, продолжайте. Но... Action Games. Ну, честно говоря, под конец я даже немножечко подхватился тем вот этим вот бэкграундом, лором, который они придумали, типа этот вирус. Но какие-то решения, которые они продвигают здесь, они довольно странные, честно говоря. То есть вот это вот... Я уже высказываю свое фи вот этому Томасу Редвуду и этой идее, которую они там придумали в конце первой пеномбры. Вот эта вот идея с убийством этого этой докторши, она такая себе просто голову сносит из разряда. Ни хрена это не работает, херня какая-то. А, да, вот я тут читаю интро и промо-арт. Арт тут здесь тоже такой хреновенький, особенно вступительные ролики, это просто пипец. Ребята. Вот. Брэнд Лори, Филипп Призмер, да. Да, что там еще? Вот этот вот последние испытания, они такие забавные, знаешь, типа, как бы из разряда, ну, мы проверяем тебя на человеческую смекалистость. Ладно, окей, это что-то такое. Вот. И, честно говоря, непонятно было. Одну не нашел. Ну, не важно. Зато все эти самые записки. Давайте попробуем. Сейчас экзаменейшн. Па-па-па-па. Я, правда, не понял, что там такое было, конечно. Это сейв, хабмайн челлендж, чего? Как раз таки. Давайте пойдем. Проверим, может там что-то можно было по-другому нажать. Это оно как-то так исчезает. Непонятное направление. Может это вообще что-то другое было. Так, значит тут надо сдохнуть самому, правильно? Камешка, блин. Искать Фигрит Мадрид, да? Кому-то мы закрыли дверь. Пойдем. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Сейчас удобный. Ой, что это такое? Мы умерли. Да нет, нам всего лишь кажется. Типа, ой, это типа я был. Чувак в костюме. Господи, какие уродливые модельки.
Это же там... Ладно. Ладно, индюшатина. Будем считать, что это индюшатина. Все, цветочки, бла-бла-бла. Красота. I am relieved, mankind. In a being such as you, selfishness would be catastrophic. You have shown that you can be higher than your station. And for this reason, I shall reveal to you that which I revealed to Howard. Башенка там была такая. Вот кто там где-то там. Я правда не понял, что она открыла, что типа. Что-то там такое ужасное. Демоны, спириты и прочая херня. Demon, spirit, turn gate. We existed in harmony for much time. I, lying dormant within what you refer to as the infected, and they, benefiting from my knowledge and protection. But mankind changed, and I fled. So much power in mankind. Человечество изменилось, я убежал, столько власти. Человечественного нету интеллекта никакого, да. Тупые, но сильные. Короче, комьюнити опасная. Толпа страшная. Вообще не очень. Не много ярости у нас. Надо медитировать. Вот потом меня открыли. И люди открыли на такой фигне. Открыли мне больницу и хотели меня уничтожить. Я должен был атаковать. Это и вы. Захватчики. А ты откуда ты сам появился, красавчик? Но ты, человечек, ты другой. Я прошу твоей милости. Они... Да. Они последовали за инуитами, ты последовал за ними. Их будет больше, ты отправишь. So that no mankind will ever discover me again. Will you do this for me? Они уничтожат ли все это ради меня? Да, что-то такое. Херня какая-то, да? Ладно. Пойдем отправим письмецо в конверте. Да, e-mail, где compose. Короче, запускаем e-mail. Есть вещи, которые нужны, что, которые я не понимаю, и что-то там, типа, а, это Говард отправлял вот, в самом начале. И я не понимаю, что я делаю, нужно думать. Пошли нахрен отсюда. Нужно реально будет... нет такого, да, ладно. Дверь не тыкается. Вот реально, это я не варвар, ну, блядь. Я уничтожил человека. Какое время? Что это? Где это я? Типа что? Охрена, да? Так. Что значит эти записки? Остался только компьютер. Ладно, пошли, давайте писать. Нет, тут нету разных. Делаешь ли ты, он спросил, я сказал, что я делаю, да. Я обещал Улью, что я буду контактировать с кем-то, кому я могу поверить, и, в общем-то, он уничтожил все свидетельства об этом месте, как и отец хотел. Что я не сделаю те же ошибки, что он делал, ты понимаешь, что правду об этих... Я, что... Какая важность этих слов дальше... Должна быть сила, чтобы сделать то, что я не мог. Торнгайд был правильным и опасным.
тупые сволочи, а люди этого фасилити хотели контролировать, открыть, а он повернулся ко мне за спасением, и Улей провернул тест на мне, и я, короче, все делал как обезьянка, но я не обезьянка, Турнгайд был прав, я что-то другое, я больше как Ларенс, и обещал, я буду, отправлю этот имейл тебе, я буду просить всех людей держаться подальше за Тургайнта и за Human Race. Я собрал. Ага. Если мы счастливчики к тому времени, как ты почитаешь, я буду мертв. Если Хреновус или повернется, то все будет плохо. Угу. Так. Короче, убей их всех. Угу. Ну, короче, Кларенс стал частью чувачка, чувачок стал частью Кларенса. Вот, теперь все понятно. Ну ладно, все, на этом я, наверное, да. Давайте еще раз проговорим про то, что мне понравилось, что не понравилось в игре. Мне понравилось, что нет больше таких тупых врагов, как собаки, но при этом эти зомбаки вообще не стали лучше. То есть вы видели, я от них просто убегал, но их не так, чтобы им много было. То есть это перестало быть частью вот этой вот игры, в общем-то. Ну и что тут можно сказать по этому поводу? Ну, где-то я просрал, коллег, это было, это не важно. Да. Что тут можно сказать по этому поводу, что... Первая часть без второй части, ну, как-то так хреново сочетается. Да, мне кажется, что все равно надо было бы делать ремастер, да? Давай, все. Сейчас, подожди еще. Вот. И нужен ремастер всем этим игр, а лучший ремейк. В нормальном движке, с нормальным освещением, с нормальными этими там, модельками. Вон, на Соме сделали же. Кстати, попробуем поиграть потом. Честно, для того, чтобы совместить все эти впечатления вместе. И... Ну, там, да. Не то чтобы у меня лучше впечатление от игры, чем от Penumbra Overture. То есть механики, по сути, остались абсолютно те же. Это даже, в общем-то, тот же движок. Возможно, где-то они там чуть-чуть улучшили. Они только убрали молотки и прочие вещи, чтобы ты действительно уже как бы не тыкался. Может быть, это даже страшнее. Где-то они даже получше придумали вот эти вот страшилки, например. Это вот в темноте, где просто тебя убивает нахрен. Типа это человек из тени. Хотя никакого человека в тени там нету, там он просто тебя убивает. Ну вот, это даже интересный квестик был такой. Но да, это просто такой пазлер, который, что мне понравилось, стал немножко логичнее. То есть в этом смысле он, я не настолько много обращался к волку, ну, этому прохождению стороннему. Только вот, например, на уровне, где нужно было разбить шкаф, чтобы взять это лекарство, потому что как бы... Они, видимо, поняли, что вот эта механика мышка двигания, она тоже так себе плохо работает, и поэтому меньше используют. Использовали в тупую, скажем так. То есть, например, вот это вот разбивание трубы, ну, как бы окей. Вот, когда там было. Когда там нужно было газ унять и перенаправить утечку. Да, где еще там был тупничок, а где этот серу не нашел? Ну, это я просто не нашел, как бы что-то ступанул. Но, тем не менее, вот эта последняя сера заставила меня немножко побегать вокруг. Как бы, и ты думаешь, блин, где же она, этот point and click дурацкий. Вот.
Да. Ну, ладно. В целом я хочу сказать, что мне оно даже больше понравилось. Да, по крайней мере, наверное, из-за того, что я уже освоился в Penumbra Overture. Тут уже просто как-то так по-легкому прошелся, потому что понятно стало, что и интеллекта у врагов никакого, и тут как бы тут такое себе чисто вот тебя пытается напугать где-то там, но на самом деле у авторов ни хрена не получается. То есть разве что такая немножечко гнетущая атмосфера, и вот, но они перестали этим злоупотреблять. Как-то так. Ладно, действительно, на этом все. Наверное, мне больше нечего сказать. Возможно, я напишу рецензию. Я, как обычно, то, что тревожит, оно гораздо лучше пишется, чем то, что хвалится. Вот. Ну, здесь есть что похвалить. И об этом я рассказывал. И есть что поругать. Ну, хотя, в принципе, я к игре довольно нейтральный. Я скорее оставлю ее на уровне Penumbra Overture, что скорее я не рекомендую ее играть. Просто по принципу. Если бы они были вместе, вот это было бы даже забавно. Вот. Этой игре реально требуется ремейк. Вот. Ну, как бы, как из Half-Life сделали Black Mesa. Ну, но при этом Half-Life 1 еще прикольно играть саму по себе. А тут вот самые главные вот эти вот параметры, где ну, нужно спокойненько, то есть не спокойненько, наоборот, тревожненько и реалистичненько, они уже выглядят, ну так, немножко обоссанно. Вот. И как страшилка современного толка, она, ну, такое себе, особенно с этими неудачными сюжетными поворотами. Шок-контентом. В любом случае, меня ждет еще третья часть, и для Сомы есть пользовательский мод, который как бы этот самый ну, короче, блин, приквел к первой самой увертюре, где мы будем играть за Тома Редвуда. Вот все это мы поиграем, но, скорее всего, уже в новом году. А так-то, если вы уже в новом году, то привет всем из прошлого и людям из будущего. И, в общем-то, удачного года вам. И всех, кто еще не встретил Новый год, ну, в общем-то, желаю вам все равно счастливого Нового года. Ладушки, а на этом все. Лайки, подписки, шары и прочая фигня. Обязательно заходите на наши кооперативные сервера в Дискорде и Homeworld сервера в Дискорде. И также там несколько других социальных сетей. И, в общем-то, спасибо, что смотрели. Увидимся в этой или в другой игре. Ну, в этой серии игр в следующей Пенумбре. Или в другой игре, да. Все, пока.